2020 стал значимым годом и для Северокавказского горно-металлургического института. В ВУЗе запустили интерактивный модуль. Над его созданием 15 лет трудились преподаватели и несколько поколений студентов. Хетак Плиев побывал в СКГМИ и узнал, как и чем живет одно из ведущих образовательных учреждений не только республики, но и всей страны. Что, пошли к ректору ГМИ Юрию Витальевичу Дмитрову. Сейчас обработаем руки. Только что прошел ученый совет. Ректор, как и положено, в своем кабинете подводит итоги. Здравствуйте. Какие новости у вас? Да вот только сейчас ученый совет закончился, внеочередной. Приняли решение, вот я говорю, хорошие новости, да, приняли решение увеличить стипендию, резко увеличить стипендию студентам за ноябрь и за декабрь. Что-то новое, может, есть у вас в университете? За время пандемии что-то придумали, может? А давайте пройдем, я вам лучше покажу. Небольшую экскурсию Юрий Витальевич начал с факультета информационных технологий. Вы просили рассказать, что у нас есть нового. Мы как раз так уж получилось, что мы создали очень интересный интерактивный модуль. Этим занимались мы 15 лет. Несколько поколений студентов факультета трудились над тем, чтобы создать что-то особенное. Получилось. Новая программа, благодаря которой можно собрать, к примеру, двигатель. Могут собрать двигатель, да. А все компонующие, то, что нужно. Ну, вы сейчас говорите конкретно про лабораторную работу. Да, если мы берем лабораторную работу, да, ну, чтобы вам было проще, да, да, они могут собрать двигатель, причем различных модификаций, да, они могут собрать какой-то узел машинный механизм. Разработчики программы на этом не остановились и адаптировали ее и для представителей других специальностей. Не бывает одного и того же судебного заседания, процесса, да, всегда возникают какие-то нюансы. И для того, чтобы это отрепетировать в стенах университета, вот эта программа тоже годится. То есть мы можем создавать различные сценарии. Поведение тех или иных участников судебного процесса в судах, имитировать, имитационные модели строить. Вот эта программа тоже позволяет. Чем эта программа сложна и в чем ее особенности, знает, конечно, один из ее создателей – декан факультета Александр Хатагов. Александр Черемянович Хатагов, который я вам обещал, который лучше расскажет. Не просто компьютерная лаборатория, это все-таки лабораторно-методический комплекс, который включает в себя электронный учебник, средства подготовки текстологических, виртуально-аппаратных данных, которыми может владеть обычный преподаватель, непосредственно отраслевик, не владеющий средствами программирования, но он спокойно может в нашей оболочке создавать свои лабораторные работы. СКГМИ славен не только студентами-программистами. На вес золота и студенты-горняки. Нынешнее поколение выпускников держит высокую планку, как и их предшественники. Каждое лето молодые люди проходят практику в Норильске, в компании «Норникель», самой крупной в стране по производству драгоценных и цветных металлов. Лучших студентов в позе практики принимают на работу в компанию. Вам, как ректору, не обидно бывает, что вот такие мозги умные отсюда уезжают? Ну, как вам сказать? А мы для чего готовим специалистов? Между прочим, это один из основных показателей деятельности вуза – это трудоустройство. То есть, если такая уважаемая, а я считаю, это ведущая в мире горно-металлургическая компания берет на работу наших выпускников, значит, мы чего-то стоим и не зря работаем. Здесь, на полигоне горных машин, готовят будущих специалистов. В руках у студентов проверенная годами техника. Экспериментируют, ошибаются, одним словом учатся. Профессор кафедры горного дела Вячеслав Сергеев показывает студентам оборудование, которым пользуются при добыче ископаемых. Размеры, конечно, подогнаны под реальность вуза, но суть работы ясна. Такого оборудования нет ни в одном институте больше нигде. Это зарядные машины, которые заряжают споры и скважины взрывчатым веществом. А это вообще ноги даже не видели никогда в жизни. Это зарядчики для патронированных ВВ. Разработаны, впервые они были изготовлены и испытаны в нашем институте под руководством Остроушко. Для чего они нужны? Вячеслав Иванович, это пневмозарядчики для заряжания патронированных ВВ. Ну, я тут добавлю, мы сейчас открыли специальное взрывное дело. У нас теперь все горняки на выходе будут получать единую книжку взрывника. Лекцию будет читать профессор Берин Владимир Арнольдович. Я его называю главный взрывник, главный специалист России по взрывному делу. И вот буквально сейчас в декабре, в 15 декабря, курс лекций в конце семестра прочитают ведущие профессора-взрывники в области взрывного дела.
Чтобы выпускники и студенты получали профессиональный опыт, руководство вуза организовывает стажировки в крупных компаниях. Говорю, что уже сейчас поступают другие предложения, мы рассматриваем их. Вот, поэтому что вы имеете в виду? По заключению договоров на цифровизацию рудников, горных предприятий, то есть на создание цифровых двойников. Мы только что сделали презентацию своего проекта, своего центра, перевели его на английский язык. Я отослал в Соединенные Штаты Америки, в Германию, в Канаду, заинтересовались. Сейчас будем рассматривать несколько проектов. Вот Юж-Урал-Золото. Только вчера позвонил первый вице-президент Юж-Урал-Золото. Тоже заинтересовался. Вы знаете, что у нас учатся 150 ребят из Узбекистана. Я вчера разговаривал с председателем совета директоров Узбекских железных дорог. Он узнал об этом проекте тоже. Вот сейчас будет строиться один из самых крупных в мире Тимбулакский горно-металлургический кластер. Вот, ГМК, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, это Узбекские железные дороги, это Узбекистан, иностранцы. Вот. И вот там Тимбулакский горно-металлургический кластер. Вот оттуда, собственно говоря, наши студенты. Они там родились. Это Каракалпаки, это 1000 километров от Ташкента. А еще в СК ГМИ есть инжиниринговый центр, где могут определить, например, качество укладки асфальта. Для этого есть все оборудование. А недавно выиграли контракт на 25 миллионов рублей, чтобы спроектировать дорогу в объезд селения Чикала. К работам, конечно, привлекут и студентов. Для того, чтобы осуществлять данную деятельность, нужно иметь комплекс оборудования, квалифицированных специалистов и аттестат аккредитации. То есть мы аккредитованы Росаккредитацией российской, что дает нам право осуществлять проверку бетона, асфальта, то есть всего, что у нас прописано в области нашей аккредитации. И в этой части мы являемся одними из самых крупных на Северном Кавказе лабораторий. То есть к нам приезжают из других регионов, также с Чеченской Республики, с Южной Осетии, с Кабардино-Балкарии. СК ГМИ по праву считается одним из ведущих технических вузов страны. Без малого век здесь готовят профессионалов. Ведь помимо знаний, выпускники получают и опыт работы, который так востребован среди работодателей. Хетак Плиев, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге».